Минувшим вечером в садоводстве имени Октябрьской революции сгорел частный дом вместе с надворными постройками. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. На момент прибытия экипажа огнем были охвачены все строения. К счастью, возгорание обошлось без пострадавших. Причиной данного пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи, которая находилась в надворной постройке, пристроенной к дому, после чего огонь распространился на дом. Также в минувшие выходные инспекторы выписали 3 административных штрафа за нарушение правил противопожарного режима.